5 градусов мороза и сильный ветер. В таких условиях прошло массовое обливание холодной водой. Флешмоб состоялся на минувших выходных на дамбе Чернавского моста. Это всероссийская акция с почти 10-летней историей, но в Воронеже ее проводят впервые. Как это было, увидела Анастасия Алексеева. Моральная подготовка перед обливанием холодной водой – это громко. На улице -5, но отважных закаленных людей это не пугает. В плавках и в футболках они ожидают начала. Первый я открываю купальный сезон. Примерно в марте я уже окунаюсь. Да. Да. Это здорово, то, что мы можем вот так собираться. Я надеюсь, таких мероприятий будет больше. Это объединяет, это закаляет, это здорово. Однако юные участники акции все же не снимают верхней одежды. 10-летняя спортсменка Мария Куксова в подобном флешмобе участвует впервые. Я закаляюсь очень долго достаточно. Я еще занимаюсь разными видами спорта. Тэквондо, подводный спорт. Но тут я боюсь из-за сильного ветра, из-за холодного. Может быть, немного, чуть холоднее. Ветер действительно был сильный, но участников от этого меньше не стало. Более сотни человек, которые заранее заявили о своем желании позакаляться в хорошей компании, пришли. Здесь представители школы Олимпийского резерва вместе со своими тренерами, участники, спортсмены, их родители, представители Министерства спорта, подведов, все здесь. Сами планируете принимать участие? Обязательно. В акции приняли участие почти 40 регионов России, от Владивостока до Калининграда. Общались с помощью телемоста. И само обливание тоже стартовало единовременно. В Воронеже, как и в других городах, смельчаков встречали аплодисментами. Перед обливанием провели зарядку, чтобы участники немного согрелись. Пару минут на моральную подготовку и вперед! После обливания большинство участников ушли греться в специальные палатки с тепловыми пушками. Однако некоторым, а именно сотрудникам Воронежской академии спорта, холод оказался нипочем. Наши сердца горячие, поэтому ветер, мороз не важен абсолютно. А вы пойдете греться вообще? Ну, наверное, пойдем. Посмотрим по ситуации. Подобный флешмоб проводят в Воронежской области впервые. Однако в перспективе планируют сделать это традицией. Ведь, как гласит слоган акции, «Быть здоровым – это модно».